И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Lost Island. И сегодня мы пойдем за артефактами. Название вы так прекрасно видите, координаты, я надеюсь, на экране. Поэтому что остается? Правильно, найти летуна своего и туда газовать. На летунчике летим. О! Меня совушка опнулась. Ой, не знаю. Все будет урон. О, красиво это число. Так, летим. По координатам. Так, 30. Так, это у нас Enter at White, это белый, это вход. 37.07. Почти как температура. И 32 на 9. Слава богу, не температура. Так. Погнали. В целом, я как вот в прошлый раз записал серии, я так в игру не заходил. Здесь делать нечего. Вот реально просто делать нечего. Я неделю просто отдыхал. И прямо очень сильно неохота было возвращаться. Почему? Потому что чертово однообразие. Прям реально однообразие. Вот это вот артефакты, диносы, артефакты, диносы и так далее. Я прям реально я не хочу снимать арк. Как бы это глупо не звучало. От меня-то особенно. Но я реально не хочу снимать арк. Почему? Ну, блин, это реально однообразие. Здесь просто из карты в карту нет ничего нового. Исключение, к примеру, тот же самый Extinction, те же самые Genesis. Да. Это изменяет игру. Но это разнообразие в игре. Почему? Ну, допустим, Extinction это новые дропы. Разнообразие? Естественно, это тебе не вот этот залутал дроп и такой довольно пошел. Разнообразие, естественно. Генезисы. Задание. Это что? Разве не разнообразие? Да пошли все в жопу те, кто говорят, что это говно. Нифига. Да, нет, это говно. Это говно. Я даже не спорю, что это говно. Но говорить, что это убило игру, найдите вы в жопу. Вот. Мое личное мнение. Так, вот это, наверное, вход в пещеру. Что-то мне так подсказывает, что это, наверное, все-таки вход в пещеру. Вот. Почему я так считаю? Все-таки, вот поиграв на всех картах, следующие карты, они будут однообразны. Почему я так думаю? Ну, а что, там что-то новое будет? Не, как раз-таки наоборот. Исключение, наверное, стал все-таки, когда ты виверн томишь руками. Блин, я... Опа-на. Вот это был махач. В итоге я смотрю этот... как там ты? Рекс. Померший. Смешно. Да, вы смешные. Так, тихо. Ноги не сломать, главное. Ой. Слушай, я правильно нахуй пришел-то, а? А, нет, погоди, я не прав. Я ж в этой пещере. Подожди, это не та пещера. А чё я сюда припёрся-то? Я на координаты не глянул, это же простая пещера. О, добрый вечер. Так, 37. Мне вообще он туда куда-то надо. Ха, погоди, а чё здесь за пещерка? Очень... Да, вроде бы я здесь не был в этой пещерке. Ну блин, она клёвая, она красивая. Она реально красивая. А ты меня задолбал. Не бегай за мной, пожалуйста. Ну просил же. Слушай, прикольно. В общем... Так, где-то. В общем, мне очень сильно нравится... вот после того, как уже посмотрел абсолютно все карты, мне однозначно... Да, они однообразны, но нравится задание. Почему? Ну, потому что хотя бы они убивают вот эту вот рутинность, которую ты начинаешь встречать постоянно. Ой, с этими... Слушай, это случаем не та пещерка, где я строился. Ну-ка, скоро туда прилетим. Она ломает ту самую рутинность, которую ты встречаешь по всем картам. Вот фьорды, это не было рутинность. Почему?
Ну, потому что там очень разнообразный PvE-контент. Эти... Вон там место, где я первый строился. И получается вход. Мы сейчас вот в эту пещеру, да, залазим? Здесь, что ли, вход? Уэу! Клёво! Не, это просто реально клёво. Так, да, здесь два входа, и вот там был проход, это точно помню. Ей! Я пришел наконец-то. Встретив эту пещеру чуть ли не в первой серии, я наконец-то пришел к ней. Отлично. Так. Добрый вечер. Так, давай врубаем яркость, потому что здесь жопость темная. Ну-ка, если в дефолтной гамме... Ну, блин, темно. Темно, темно, темно. Вот так все-таки покрасивее. Вот так вся красота проявляется этой пещеры. Сейчас бы только найти проход. Это ты? Это ты! Здорово, проход! Блин, как ж ядовито яркий свет. А теперь можно дефолтную гамму включить. Хм, ну как тоже было прикольно. Телепорт надо было поставить. Ладно, бог с ним. Здесь нужен всего лишь один артефакт, так с этим проблем нету. В общем, вот забавил я одного человека. Блин, ну, знаешь, когда человек говорит: ох, раньше было лучше, ох, вели вот это вот и все, и, короче, это... Начинает говорить, особенно в... Я обожаю эти фразы. Ты снимаешь не так, как нужно. Ну, есть так, ну, вкратце, короче. Ты делаешь не так, как нужно. Делай так, как вот нужно. И все в таком духе. Я обожаю такую фигню. Почему? Ну, я люблю таких баней, у меня настроение поднимается. Да. Я такое люблю просто всегда. Ну, честно, без шуток, без сарказма. Я обожаю людей банить. Не по фигне, а за дело. За то, что они несут фигню. Погоди-ка. Это я сейчас возвращаюсь. Должен вернуться... Да ё-моё, текстуры. Должен вернуться ко входу. Ага. Так. А, это была развилка, я пошел налево, сейчас идем направо и вырулю там, где что я смогу еще кругаля сделать. Так что ли? Так что ли? Так, это проход, по идее, две развилки соединяет. Ебать! Просто... Просто витиеватые развилки, это, конечно, прикольно. Так, вот это... А вот это просто тупик. Отлично. Отлично. Тупик. Ну, прикольный. Блин, прикольный все-таки такой зелененький цвет везде. Мне нравится. Мне нравится. В общем, поиграв реально вот это, я не понимаю... Не, я понимаю людей, которые играют в PvP. Да, это у меня песель там на балконе опять собаку видел, походу, дело в окно. Я понимаю людей, которые играют в PvP. Для них стабильность и стандартность — это прям кайф. Вот они зашли... У них по плану, там, первый час, полчаса пойтись по заметкам, определенные заметки, у них всегда один и тот же путь, они всегда все делают одно и то же, туда-сюда. Что-то у меня вроде перезашел, а звук опять в игре баганулся. Не, насрать, главное, на записи он хорошо идет, а на наушниках он глючит. Не буду перетакать, пофигу. Слышу звуки на том уже хорошо. Так, нет, слушай, ну воду я хочу сходить. Так вот, для PvP-шеров это норм тема. Типа, они привыкли, они делают всегда одно и то же, и им что-то новое, это нет. Но есть люди, которые говорят: фу, раньше было лучше, а есть те, которые скажут: к новому можно привыкнуть. Если честно, то они очень сильно облегчили арк. И да, вот всякие буры, бензопилы и так далее. У протек я вообще молчу. Слушай, мне кажется, я сейчас выйду туда, откуда я пришел. Теоретически. Но что-то я не помню такого длинного коридора.
О, у меня аж Фенрир устал. Офигеть. Так, это ж выход, что ли? Вот лошара. При всем при этом я бежал по этому лабиринту, я даже не это замечал разницу. Да уж. В обратку это выглядит совершенно все по-другому. Блин, устал опять. Так, восстановилась выносливость. И выкинул всякий хлам. В общем, что-то новое, это что-то прикольное. Люди, которые говорят, ой, это прям коммент, который... Новичков в арке нету, а старичков ты своими поисками артефактов не удивишь. Ну, во-первых, я прохожу игру так, как я хочу. Во-вторых, хочешь сделать лучше, сделай это сам. Ну, а в-третьих, новички в арке есть. И самое смешное, когда слышишь, что типа вот, разработчики убили теком игру. Но когда читаешь комменты, и человек просто тебе советует, да, под видосами там 8-летней давности. Ой, 8, господи, 6-7-летней давности. Еще пока что не 8. Вот, советует. Так ты это, кряподом-то было легче Диноса. Это я еще Анунаки играл. Кряподу, говорит, легче было Диноса, это, типа, вытащить оттуда, где я там изощрялся, вот это вот и все. Под видосом с цветными жуками от Анунаки. Я такой, чувак, говорит, это, написал в комментариях, типа, посмотри на дату видоса, и говорит, тогда их еще даже не изобрели. То есть, понимаешь, люди... Клево, как много. Есть люди, которые даже... О, артефакт. Есть люди, которые даже не знают, что кряподов не существовало. То есть для них арк без тека не существует. А сколько людей, которые просто новички и спрашивают совет, такой думаешь, блин, это же все знают. Но ты понимаешь, что вот своей головой, что, ну блин, наверное, это просто новичок в игре. Потому что такой вопрос задать, ну, чуть ли не как добыть камень, да, вот что-то наподобие. И ты советуешь, да? Ты объясняешь человеку. И это нормально. Блин, пещера, конечно, атмосферная. Опять, конечно, пауки. Опять куча трупов. Да добрый вечер. А кто? А где? Какая-то сволочь стреляла. Так что насчет того, что вот то-то это неинтересно, старички все знают. Старички-то, возможно, и знают. Но, к примеру, когда я искал информацию, как томить этого Маргозавра, я тебе говорю, я столько видосов присмотрел, что там и половина не было тех ошибок, которые я показал в видосе. Ну, вот так вот. Потому что все это делались на старте. А старт был год назад, Lost Island. И че, я, получается, возвращаюсь обратно уже, да? Ну, по идее, да. По идее, да, я возвращаюсь обратно. Вот, так что... Ну, слава богу, как говорится, забанил и слава богу. Круголя сделал. Смешно. Погоди, я сделал кругаля. А. Японский бог. Это... Это я прям конкретно блуждаю. Так, погоди, вот это вот и должен на выход быть. Здесь сейчас вода должна быть, река, вода и все дела. О, да. Вышел. Заблудился, конечно. Опять на пустом месте. Так. Есть что? А если найду? Походу дела нету. Слушай, здесь реально, что ли, нету этих дропиков? Прикольно. Интересно. И необычно. Честно, я к этому не привыкший.
В общем, какие-то такие вот дела. Да, устаешь от этого. Я вообще хочу уже прямо сейчас не снимать арк. Но я хочу пройти все карты. Я хочу весь контент, который в игре есть, его посмотреть. И уже потом сказать, да пошел ты арк в жопу и больше его не заходить. Но единственное, когда я обязательно, ну, куда я обязательно зайду, это Примитив Плюс. Примитив Плюс я играл чуть-чуть немного прям на каком-то сервере, что ли, или не сервер, это была локалка с настройками говна. Ну, в смысле, там вообще очень жесткие такие настройки были, что... А где я? Что там даже на серверах таких настройках обычно нет. Ну, то есть там камень там чуть не поодиночке, не по одной штуке добывался. Слушай, я реально заблудился, что ли, опять? И у меня что-то опять с наушниками, звук отпал. Если честно, на заднем фоне, если музыка играет, о, это значит, мне нужно туда повернуть. Мы сейчас бежим вот сюда, и вот сюда, и вот это вот будет на выход. Опять выносливо закончилось. Вот сейчас музыка играет на фоне, у меня музыки вообще нету. Я вообще не знаю, как это работает у меня. У меня бывает иногда арк запускаю, у меня в наушниках музыка перестает работать. Ну-ка, секундочку, если в колонке. А в колонках музыка работает. Я не знаю, как это работает. То есть какие-то звуки каких-то нету. В общем, по всей вот этой фигне, которую я тут наболтал, можете написать в комментариях. Согласиться, не согласиться, как говорится, у каждого мнение свое. Так, вот этот узкий коридор должен вести наверх сейчас, по идее. Вот, но я считаю, что я заблудился. Я считаю, что все-таки арк, то, что в нем понаводили, это правильно сделали. Потому что очень много... О, дроп нашел! Очень много контента прям добавляют. Да, однообразие, то самое однообразие убралось. Но есть люди, которые играют Dark Souls и говорят, что для них это клево помирать по 1000 раз на дню и так далее. Да, не спорю. Добывать, как говорится, каменной киркой. Так, это, по идее, меня может привести на поверхность. Заблудился. Реально заблудился. Здесь очень много развилок, которые ведут в одни и те же места. То есть прям кругалем-кругалем, ты просто мимо пробегаешь прохода, и ты его не замечаешь. Вот это я сейчас вернусь обратно. А вот это... Бляха-муха. А вот это место артефакта. О, серьезно. Короче, бегал-бегал кругалями и пришел туда, где был. Ну, у меня такое бывает, если честно, постоянно. И ты как бы от этого никуда не денешься. Да, кстати, вот, ну, мне сказали в комментариях, что нажимаешь налево, и оп, ты уже спрыгиваешь в левую сторону. Нажимаешь направо, спрыгиваешь вправо. Ну, и так вправо всегда прыгает. Такая вот фигня тоже как бы. Не знал, но тоже узнал из комментариев. Иногда помогает. Прям серьезно помогает. Знал бы раньше, но меньше было бы возни и до этого. В общем, пишите свое мнение по всему сказанному в комментариях. А я на сегодня уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Я продолжу сейчас снимать в следующей серии. Сейчас осталось еще 2 артефакта. И дальше босс. Надо будет рексов, да, вывести, да, прокачать их и идти на босса. Смотреть уже, что там, как там, где там. Не знаю, кем буду проходить. Как вариант, просто чисто рексами. Рексами и на рексе. Как вариант. А может быть, рексами и на Фенрире. Так, один еще больший вариант. Вот такие вот дела. Как говорится, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, на каждый делиться мои видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем добра, всем счастливо, пока. Всем пока. Все.